Это опять я. Вы что, не узнали меня? Я вам один раз уже объяснял, никто вам вашего товарища не позовет. Вас кто-нибудь обидел? Кто обидел, когда? Не знаю, когда. Давно, наверное. Посмотрите, что это у вас? Пыль у нас тут. Пыль. Карпенко, это к тебе, что ли? Ко мне, ко мне. Знаете что? У нас тут скоро присяга, как праздник, всех пускают. Вы приезжаете. Хорошо. Послушайте, а как он вообще-то? Грустный? Почему грустный? Наоборот. У нас тут нет грустных. Чего грустить? Улыбается. Улыбается? Угу. Вот так вот ходит и улыбка. Странно. Вот и я говорю, странно. Он вообще странный у вас. Ну, это как сказать? Странно, я заметил. У вас сигареты есть? Папиросы. А может, вы лучше газ воды попьете? Воды. Да у меня и сдачи не наберется. Вот. Пожалуйста. А вы? Спасибо. Пожалуйста, пейте, вы же хотели. Я вижу, вы не в курсе дела. Это же в общем случай, что он в армии. Почему случай? Закон есть один для всех. Какой же тут случай? Спасибо. Пожалуйста. Понимаете, там ведь целая эпопея. Он за приятеля английский сдавал. Пошел, он отлично сдал. А тот за голову схватился. Надо было на троечку. Перестарался, называется. Ничего смешного, обоих исключили. Только тот пошел просить, а Алик не стал. И что же он так? Да, надо было пойти покаяться. Произнести слова. Ничего страшного, ему даже помощь предлагали. Можно было организовать звонок ректору. В жизни ведь как? Главное – результат. Кто потом вспомнит, кланялся ты или нет? Это я самого Алика цитирую. Полухина? Угу. Ну, сначала думали, очередной номер опять разыгрывает. А он вдруг наотрез. К всеобщему удивлению. Да, я заметил. Гордый он. Да это не гордость. Самоуважение. Ну? Вот и все. А вы ему письмо? Да разве письмо что-то решает? Вот так, видите, можно себе жизнь сломать в одну минуту.